Тетя Сие! Тетя Сие! Что это? Держи. И это возьми. Скажешь мне, когда приедет в Коркут, хорошо? Хорошо. Ой, как бы не лопнули. Что происходит, Олга? Ничего, мама. Вся эта чушь для того, чтобы помириться с Эдой? Да. Толга, забудь эту девушку. Не вмешивайся, мама. Буду вмешиваться. Запомни раз и навсегда. Я никогда не одобрю ваши отношения. Если будет нужно, потерпишь ради меня. Это исключено. Я уже сказала свое мнение. И никакие силы не заставят меня передумать. Да, ты уже высказала свое мнение. Даже угрожала ей. Спасибо, мамочка. Я не угрожала, я просто сказала правду. Мне нечего сказать, мама. Почему? Можешь поблагодарить за то, что я уберегла тебя от ошибки. Довольно. Я не желаю выслушивать этот бред. Толга, мы еще не закончили. Я спешу, встреча с другом. Муко, я тебе перезвоню. Толга, она принесет тебе одни страдания. Она такая же легкомысленная. А, ты приехал, брат? Кажется, я не вовремя. Мама опять за свое. У меня к тебе просьба. Я дал тете Асии некоторые вещи. Ты не мог бы отвезти их Эде? Разумеется, отвезу. И потом передай ей, что я скучаю. Хорошо. Адрес ты знаешь. Ты же ездил туда ночью? Да, да, знаю. Спасибо. Это все тебе. Правда? И это тебе. Шоколад. Ешь, угощайся. Дождемся Умуда, вместе поедим. Красавица моя. Джейлан приходила. Когда? Только что вышли. Вот как? Она была не одна? А какая-то девушка, Эда. Джейлан спрашивала тебя. Где ты был ночью? Мы переживали. Не стоило, я уже здесь. Позвони, Джейлан. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.